Приветищи, это все про Лэнд, и мы продолжаем наше с тобой маленькое удивительное путешествие в этом замечательном, наверное, это песочница, да, в нашей удивительной песочнице, которую создал мальчик. Как ты помнишь, нам нужно было покрасить вот эту дискетку в зеленый цвет, но зеленого цвета мы здесь не нашли. Я почитал комментарии твои, и ты написал, что можно, в принципе, ударить вот по этому дереву, сейчас мы это сделаем, и листва посыпется вот сюда, и, в принципе, должен получиться зеленый цвет. Ну, давай попробуем. Так, листики под... Действительно! Спасибо за коммент. Он реально мне помог. Круто, у нас теперь есть зеленая ключ-карта. Ну и цвет зеленый. Такое ощущение, что эта слизь тут вылилась. Чувак! А где чувак? Он скрылся. Интересно, куда он убежал? Ладно, вставляем ключ-карту. Дверца. Ого! Я, если честно, ждал здесь какую-нибудь интересную игрушку, но монетки здоровые тоже пойдет. Че в сундуке у нас? Пушка, урон плюс 5. Наш пушка становится все мощнее и мощнее. Опа, скелеты. Ты, кстати, в комментариях писал, что я могу сокрушительными своими кроссовками разносить этих скелетов. Ну, давай попробуем. Действительно, крутая штука. Ай, ай-яй-яй, где ты, где ты? Получай моими кроссовками. Слушай, ну я теперь реально как Марио стал. Я на них теперь могу прыгать и разрушать. Классно. Обалденные кроссовочки. Кстати, по поводу вот этих крестов. Несмотря на то, что они такие огроменные, я не попробовал их ударить мечом. Ну-ка. Да. Надо было их тогда еще попробовать ударить. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас здесь скрывается. Мне кажется, выход к платформам. Офигенно. И куда мы, значит, прискачем по этим платформам? Мне кажется, что мы отсюда, с этой платформой, можем перепрыгнуть на деревяшечку. И, в принципе, попасть вон на тот блок. Ну что ж, давай попробуем. Есть мы здесь. Давай поставим здесь кубик, чтобы повыше. О, монеточки. Не-не-не, мы вначале сюда за монеточками допрыгнули. А теперь, наверное, вот отседова. Отседова, надо аккуратненько, аккуратненько, вот так вот. Мы сможем допрыгнуть вон туда, ну действительно. А если мы еще кубик здесь наколдуем, который стоит? Я думал, что он упадет. Мы можем теперь прыгнуть туда. Понеслась жарень. Есть! Запрыгнули. И чего мы здесь можем сделать? Есть вариант попробовать ударить нашими кроссовочками. Не, не помогает. Тогда взберемся повыше. Вот он, этот блок. Мы с ним не можем никак взаимодействовать. Давай тогда еще выше попробуем забраться. Колдуем кубик. Кубик. Кубик падает. Аккуратно, аккуратно. Колдуем здесь. Ага. И чего? Я так полагаю, что мы здесь ничего не можем сделать. Долбанная глыба, как же на тебя запрыгнуть? Дело в том, что у нас там есть переключатель. Я хочу воспользоваться этим переключателем. О, там, кажется, лазечка есть. Ну-ка, пойдем туда. Посмотрим, что у нас тут спрятано. Короче, мы прибежали вот сюда, на эту локацию. Мы можем перепрыгнуть вот сюда. Там у нас скелетики бегают. И отседова мы можем... Смотри-ка, там внизу что-то есть. А, это указатель к синему кристаллу. Он указ... Синий человечек! Интересно, я туда допрыгну или нет? О, сундук! Что в сундуке? Монеток просто огромное количество. Ладненько, что, давай попробуем отседова прыгнуть. Посмотрим, как далеко мы допрыгаем. Не, мы точно не долетим. Не долетим. Значит, я тогда в него пульну. Хедик ему вот так вот. Ну что ж, давай тогда хотя бы бочечку вон ту заберем. Подстрелим ее от седова. О, скелетон пришли. Получайте. Бочечку мы скинули. Она где-то здесь валяется. Во, вот она. Забираем. Что у нас в этой бочечке? А в этой бочечке у нас пушка, урон плюс 15. 120 монет требует, у меня пока столько нету. Я заметил кое-что странное, связанное с этими могилками. Включи генератор щита и прыгни на один из этих каменных надгробий. Я понял, спасибо тебе, до меня только сейчас дошло. Значит, смотри, что мы мутим. Включаем. Где эти надгробия? Короче, не понял, а что она не сработала? Эй, включайся давай. Вот мы включили. Значит, смотри. Короче, вот этот щит должен сработать как батут. Значит, давай на один из них прыгнем. Вот на этот, например, прыгаем. Опу! А ну стоять! А ну стоять!
Исчез, а? Газообразное недоразумение. Так, о, чувачок красный стоит. Но до него нам еще рано. У нас здесь есть выключатель-переключатель, можем его дернуть. Мы поворачиваем тем самым вот эту фигню. Но зачем? Ну, давай сделаем ее, знаешь как, вот так вот. И нажмем на белую кнопочку. О, пулька вылетела. Ну-ка еще разок. Она летит туда и просто уничтожается. Тогда нам нужно повернуть вот эту доску вот так. Ну-ка. Ага. Смотри-ка, он здесь. Я его могу взять? Я его взял-то, прикинь! Я зарядил свою пушку этой штукой. Ну, давай тогда пульнем вот сюда. Что это было? Чего? Возьмем еще разок. Оказывается, нужно зажимать курок на пушке. Зажимаем. Ну, как бы, ничего не происходит. Ладно, берем тогда этот снаряд и бежим сюда. О, кольцо. Блин, ну все, тут понятно. Надо попасть в эти кольца. Встаем ровненько, заряжаем пушечку. Чпок. И дверька открылась. Что нам скажешь? Эти силовые поля уничтожают супрашары. Не волнуйся, для тебя они безопасны. Что ж, давай рискнем. О, действительно. Спокойно прошел. Это что у нас тут? Футбольное поле? Ого! Какое огромное, ты глянь только. Ребят, здорово, вы что тут футбик гоняете? Alt F4, нам тут нубы не нужны. Это ты мне что ли сказал? Эй, вы что, офигели что ли? Нам нужно больше игроков, эта игра такая унылая. Интересно, что профессор делает с нашими супропушками? У вас что, супропушки отобрали? Эй, чувак. Профессор забрал наши пушки для супербола. Вон оно чего. Интересно, что профессор делает с нашими супропушками? Ну-ка, пойдем вон туда подойдем, посмотрим. О, там, кажется, магазинчик. Неоправданно дорогие, но очень необходимые тебе вещи. Это скелет? Разрушитель щитов? Классная вещь, покупаю. Щит скелета рыцаря теперь не сможет отражать ваши снаряды. Круто! Шанс крита урона 5% берем. Шанс крита для меча берем. И скорость перезарядки для пушки 66% берем. Все купил, отлично. Пойдем соберем монеточки здесь. А это не монеточки. Это шары. Шары, давай пульнем. Пульнем вон туда. Ей, гол! Здесь у нас есть подъем наверх. Небольшой. О, девочка. Смотри, какая забавная девочка. Ты кто такая? Чё ты даже со мной не здороваешься? Если ты поможешь мне украсить мой сад, я активирую эти панели для быстрого перемещения. Все, что тебе для этого нужно, находится прямо здесь. Ага. Панель для быстрого перемещения. Ух ты, да их тут три штуки, смотри. Так, ладненько. Заходим сюда. А чем украшивать? Семена. Значит, берем семечку. Кладем, ну, например, вот сюда. Сюда. Сейчас мы раскидаем разных семян, чтобы выросли разные цветочки. Блин, я все неправильно сделал. Нужно, короче, посадить эти семена в клумбы. Значит, фиолетовый вот сюда. Белое здесь. Красное здесь. Теперь это все дело нужно полить. Открываем вентиль. А воды-то нет, походу, да? О! О! Поливается все! Так, подожди. Вода сюда не доходит. Значит, нужно сделать вот так. Семечки перетаскиваем вот сюда. Вот так вот. Включаем вентиль. Цветочки сейчас должны вырасти. Во! Вот они, цветочки наши. Значит, срываем. И теперь рассаживаем их по клумбам. Один сюда. И последний. Ну все, все клумбы украшены. Давай поговорим с теткой. Оу, как красиво. Ты просто прелесть. Сейчас включу панель для быстрого перемещения. Ха, спасибо, спасибо тебе. Панелька активирована. А тут, кстати, указано, что если я туда пойду, я приду в наш лагерь красных. Но, правда, здесь нужно подниматься высоко-высоко в горы. А здесь у нас чего за возвышенность такая? О-о-о. Отсюда очень классно наблюдать за футбольным матчем. Очень хорошо обозревать футбольное поле. Смотри-ка, вон там два чувака стоит. Пойдем-ка спросим, что они там стоят. Бежал к чувакам, а встретил скелетов и еще какой-то домик. Получай. Так, что у нас здесь за домик? Через окошко можно пробраться. Воу-воу-воу-воу, тихо. Вот это неожиданно было. Что у нас это за домик? Давай попробуем забраться сюда через окно. Окно закрыто.
Давай тогда обежим весь дом. О, смотри-ка, есть небольшая щель, куда, по всей видимости, мы можем наколдовать хотя бы наш кирпич. Угу. Может, здесь есть еще одна щель? Так. А что, если мы попробуем пульнуть в окно? Тогда есть вероятность, что наша пуля отразится. А, туда пуля не летит. Но зато мы можем расколбасить могилку. А давай запрыгнем наверх этого здания, посмотрим. Может, мы можем кроссовочками... Нет, кроссовочками мы здесь ничего не можем. О, труба желтая! Ну-ка, глянем, что она здесь делает. Сюда мы можем запулять суперболы. Сейчас я притарабаню их. Заряжай! Готово? Но ничего не произошло. Ну вот. Короче, тут труба выплевывает супербол. Смотри, нажимаем на кнопочку. Вью! И все это дело летит. Ого! Сундук. Ха. А можно мне как-нибудь туда попасть? Пожалуй. О, тихо. Ровно. Как я удачненько попал под пулю. Так, что у нас тут? Пушка урон плюс 5. Кошерно. Смотри-ка, бочка есть. Давай-ка взберемся на эту скалу и посмотрим, можем ли мы эту бочку достать. О, здание какое-то. Ничего себе, и здесь смотри, какая интересная штука. Сюда. Ай, ой, ай, ай, больно. Вот так вот тебе. Где еще один маг? Вот он сбоку бежит. Я так полагаю, что сюда нужно положить супербол. Да что ж ты будешь делать, а? Противные скелеты. Значит, кладем сюда наш супербол. Вот так. Активировали прыг-панель. Ой-ой-ой-ой-ой. Попытка номер 2. Надо кроссовками попасть вот сюда. Да что такое-то? Есть! Сработало! Теперь нам путь ничего не преграждает. Полетели по новой. Вию! О, я вижу, что там... Что это? Что это? Рычажок, который что-то открывает. Нет. Блин. Прибыли! Ну что, давай попробуем открыть этот заборчик. Пойти туда или зайти в этот дом. Пойдем супербол еще один сопрем. Хотя чего далеко ходить, давай отсюда возьмем. Вот этот сопрем, вот так. И пульнем его вон туда. Ну-ка. Эх, не достаю. Вот так вот давай. Один активировали. Давай вот так вот. Есть, сработало. Двери открылись, ништяк. Хей, внутри тебя ждет улучшение, супербол, пушка. Прямо там, иди возьми. Спасибо тебе, пират. Пират пирата издалека видит. Ого. А здесь точно не подстава? Давай кнопочку нажмем. Че это? Непонятно, что за кнопочка. О, сколько здесь всего. Футбольная форма. Это что это? Твою ж налево. Нас заперли. Я так и знал, я так и чувствовал, что это подстава. Это ты? Я видел, что ты задумал. Да нифига ты не знаешь, что я задумал. Ты останешься здесь. Ах ты, синяя зараза. Красные обойдутся без воды. О, ты начинаешь меня бесить. Хорошего дня. Ну я же знал, что пиратам нельзя доверять. Куда я полез вообще? О, чувак, иди сюда. Он ушел. Ушел, вытащи меня отсюда. У меня есть одна из тех новых модификаций от профессора для твоей пушки. Чтобы выстрелить за угол, сначала используй основную атаку, а затем взорви снаряд при помощи второй атаки. Окей, я понял. Давай попробуем. Опа, эта пушка может стрелять лучом. Используйте луч, чтобы взорвать снаряд основной атаки. Это создаст очень мощную атаку под углом 90 градусов. Окей, я понял. Значит, стреляем основной атакой. А, супербол вывалился. Вот основная атака наша. Пуляем. Теперь лазером. Нам нужно попасть вон в ту розетку. Давай пробуем. Лазер. Вот так. Ей, сработало. Отлично. Кстати, при помощи этой комбо-атаки ты можешь убивать большие группы врагов, стрелять за угол и нажимать на несколько кнопок одновременно. Спасибо, братюнь. Ты меня очень выручил, особенно спас. О, монеточки. Надо собрать. А я могу форму одеть? Ну, пожалуйста. Она бы мне подошла. А это, кстати, пушки команды для супербола. У меня уже такая одна есть. О, сходил, короче, за монеточками, возвращайся, здесь уже чуваки стоят.
Чуваки, вы что тут делаете? Форму напялил. Ты что, не русский, что ли? Man, you are a star. Я понял, я с тобой не буду разговаривать. А ты? Ты русский, нет? А он вообще не болтает, он какой-то молчун. Короче, ладно, надо валить отсюда. Так, здесь вот есть проходик. Кнопочка тут есть где-нибудь? Вон там что-то валяется. Монеточки. Дверь закрыта. Как нам отсюда выбраться? Вон туда пульнем сейчас. Так, Сарик, вылетай. Пуляем. И не успел. Пуляем. И разрываем. Открылась вот эта дверь. Тогда бежим сюда. Вот мы и выбрались. Ну, здорово, по крайней мере, мы вышли. Это радует. Ух уж этот синий пират. Вот это он меня заманил. Ну ничего, ничего, я ему отомщу. Мне кажется, что мы уже вдвоем додумались, что нужно здесь делать. Пойдем-ка. Значит, стреляем сюда. В это маленькое отверстие. И разрываем. Не успел. Разрываем. Не успел. Да что ж такое? Разрываем патрон. Не сработало. Да что ж такое-то? О, получилось. Ура. Ура, ура, ура. Двери открыли. Что у нас в этом сундучке? Регенерация здоровья плюс 5. Это не пригодится. Это здорово. Пойдем зайдем вот сюда и посмотрим, что там скрывается. Так, куча могилок. Скелетон. Сейчас я их разбомблю вот так вот. Получайте моей новой пукалкой. Вот так-то. Отключаем щит. И, в принципе, здесь вроде бы все. Мы просто здесь отключили щит и убили всех скелетов. Ладно, тогда продолжим наш путь к синему кристаллу. Вот сюда. А здесь все не так-то просто. Нужно активировать вон ту розетку, чтобы здесь активировалась прыг-панель. Выпуливаем наш супербол. И пуляем нашим мега-разрывным патрончиком. Есть, сработало. И куда мы полетим? Давай запрыгивай. Вот сюда мы залетели. И здесь сразу нас ждет отряд скелетонов. Ух, как деревья осыпались, и скелеты рассыпались. Опа, скелеты охраняют проход куда-то. Сейчас мы этих скелетов уничтожим, или... Да что ж такое-то, вот так-то. И пойдем поглядим, что там за проход они охраняют. Каменная дверь, которую мы откроем при помощи наших крутых кроссовок. Вот так-то. И где... Опа, кнопочка. Ты понял, да, где мы оказались? Мы здесь как раз и нашли кроссовки вон в том здании. Нажмем на кнопочку. И активировали прыг-панель. Давай на нее прыгнем. Неужели она просто нас... Ну да, она просто нас обратно закидывает. А вот там вот ты видел? Видел, труба есть. Давай нырнем. Воу, нифига себе, как полетел. Ха. Вон из той трубы вылетели и полетели в это здание. Давай попробуем еще раз. Прыгаем. Есть, получилось. Только монеточки надо собрать каким-то макаром. А как мне... Смотри-ка. Здесь доску можно сломать. И монеточки находятся как раз под этой доской. Неужели там прыг-панель есть? Ломаем. Секретка. Пушка сбор монет? Нифига себе! Я даже не догадывался об этом! Теперь вы можете подбирать монеты, стреляя по ним снарядом пушки. Не действует на большие монеты. Кошерно! Собираем монеточки. Иху! Смотри, какая странная труба. Да их тут целых две. Похоже, что если я запрыгну в эту трубу, то я вылечу вот отсюда вон туда. А здесь розетка желтая. Ну-ка, давай попробуем пульнуть вот этим шариком в нее. Получится, не получится. Нет, не срабатывает, смотри-ка. Тогда давай попробуем занырнуть в эту трубу. Посмотрим, куда нас выкинет. Али-оп! Ну да. Попали мы сюда. О, столбик есть. Я даже на него внимания не обратил вначале. Нажмем. А он не нажимается. Здесь кнопочка. Кнопочка нам открывает двери. И это мы и зашли на склад. Ну да. Тут у нас есть еще одна прыг-панель. Проводок идет вот сюда. Значит, кастуем наш кирпичик.
Панелька не активировалась. Это что за подстава, я не понял. Может, мне сюда еще встать? Когда я встаю, вроде все активируется. Ну-ка, давай накастуем. Все работает. Может, я просто не вижу, что оно работает? Да нет, не работает. Что ж такое-то? Там вон еще кнопочка есть. И тут тоже прыг-панель. Угу. Ладно, пойдем тогда пройдем это поле. И поговорим с этим чувачком. У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту загадку. Вперед! Спасибо, мистер, но я пока не въезжаю. Что мне нужно? Здесь нам нужен супершар. Получить мы его можем вот с этой трубы. Тогда нажимаем на эту кнопку, и должен вылететь шар. Ой! Ага. Ага. Ставим сюда наш кирпичок. Должно сработать. Ну-ка. Да что ж такое-то, а? Давай поставим кирпич вот сюда. Вот так. О, все преграждает, все ништяк. Кастуем. Ей, сработал. Подожди, не катись. Фух, успел, поймал. Кидаем сюда. Югу, получилось. А, еще головоломки, боже мой. Какое их здесь огромное количество. Ну а что нужно сделать в этой локации, ты узнаешь в следующей серии. О, скелетос опасный какой, а. Сейчас мы его раскумарим. Получай, вот так-то. Ой, давай тут орава какая. Значит, я спрячусь. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкос, комментос под видос и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Ну а на этом все. Тебе удачки и пока.